Здравствуйте, всем добрый вечер. Я действительно зовут Савосин Григорий. Я в последнее время так получилось, что увлекся драгоценными камнями и хотел бы рассказать вам про один из моих самых любимых минералов, а именно про минерал под названием берилл. Но для начала, перед тем, как мы перейдем к красивым картинкам, мы должны немножко определиться с терминологией. Что же мы будем называть, собственно, минералом, да? А что мы будем называть разновидностью минерала? Итак, что же по определению является минерал? В учебниках вы можете вычитать следующее определение, что минерал – это твердое кристаллическое тело, которое обладает определенным химическим составом, кристаллической решеткой и набором физических свойств, образующихся в результате различных геологических процессов. Разновидность же минерала – это разности, которые будут относиться к одному и тому же минералу, но они могут немного различаться, например, по цвету или по каким-либо физическим свойствам, но слабо. Например, на данном слайде справа изображен аметист, а слева цитрин. И то являются минералами, минералом кварц. То есть аметист и цитрин – это разновидности кварца. Но различаются они исключительно по цвету. Аметист – это сиреневый, а цитрин, соответственно, желтый. При этом все их физические и химические свойства будут идентичны. Теперь же перейдем непосредственно к минералу под названием берилл. По формуле это островной силикат бериллия и алюминия. Он довольно твердый, 7,5-8. Для справки, тверже его из таких популярных камней можно, наверное, назвать рубины, сафиры и, пожалуй, самый твердый минерал – это алмаз. То есть, в пятерку самых твердых минералов и самых популярных он точно входит. Кроме того, это довольно легкий минерал. Собственно, это из-за того, что он содержит в своем составе бериллий, который, как известно, находится между бором и литием, как пела группа Сплин. У него несовершенная спайность, это значит, что минерал очень плохо будет ломаться, и поэтому отлично подходит для огранки. И бигсагональная сингония, вот это непонятное слово, обозначает то, что он будет образовывать удлиненные кристаллы, которые в сечении будут давать шестиугольники. Это вот такая вводная информация, что нам нужно знать, собственно, про минерал под названием берилл. Где же встречается и в каких условиях у нас встречается этот минерал? Интересно, что берилл – это один из немногих минералов, который был обнаружен на всех континентах на нашей Земле. То есть есть работы, посвященные изучению изотопного состава берилла в Антарктиде. Но если мы говорим про какие-то геологические условия образования, то это в первую очередь, конечно же, такие магматические породы, как пигматиты, и процессы, связанные с их образованием. И на втором месте это процессы изменения различных внешних пород, которые часто будут называть словом «грейзер». Про пигматиты можно сказать следующее, что по определению это гигантокристаллические магматические жильные образования, которые часто связаны с завершающими этапами образования, например, гранитных массивов. С этими процессами и, собственно, с пигматитом связано очень много интересных минералов, в том числе и драгоценных, или хотя бы поделочных. Турмалины, топазы, разные, собственно, разновидцы берилла, про которые мы будем сегодня говорить, все они так или иначе встречаются именно в пигматитах. На данном слайде сказано, что это гигантокристаллические образования. Гигантокристаллическими в минералогии называют кристаллы, которые достигают свыше 2,5 сантиметров. Но, например, для справки, в штате Мэн есть довольно известное пигматитовое поле, если не ошибаюсь, оно называется Оксфордское, где были обнаружены кристаллы берилла, собственно, которые изображены на дальней фотографии в левом углу. Они достигали там размера 3,5 метра в длину, 5 метров. 5 метров – это длина газеля. Самый крупный кристалл, который был обнаружен
в этом пегматитовом поле достигала размеров 11 метров. В поперечнике примерно 2,5 метра. При этом самые гигантские кристаллы, которые были найдены на нашей планете, относятся к острову Мадагаскар. Есть устные сообщения, где говорится о том, что там был обнаружен кристалл берилла, достигающий в длиной 18 метров. Длина вагона метро, для справки, составляет примерно 19 метров. При этом вот все вот такие крупные кристаллы, да, они, конечно же, не используются в ювелирной промышленности. Это все же стратегическое сырье для получения металла бериллия. А где же у нас используется бериллий? Давайте мы сразу с этим покончим, чтобы дальше перейти все-таки к всяким красивым картинкам. Бериллий у нас активно используется, например, в металлургии. Добавление берилла в сплавы позволяет упрочнить их, и мы можем, например, получать различные, не знаю, ну, из него делают пружины, с добавлением, ну, металл из добавления берилла из него делают пружины, которые сохраняют упругость вплоть до того, когда их уже раскалили до красна. Их используют в ядерной промышленности, их также используют в производстве различного рентгеновского оборудования и так далее. То есть, когда у нас была гонка ядерных вооружений, бериллий активно рассматривался как такое стратегическое сырье, и при этом здесь нужно сказать, что на первом месте, конечно, было США, на втором — Китай. Россия. Следующий слайд. А теперь мы, собственно, поговорим с вами про драгоценные разновидности минерала под названием берилл. У художника Альфонсо Мухи есть серия под названием «Драгоценные камни», где он изобразил 4 драгоценных камня в образе различных прекрасных девушек. Слева, ну, для меня, слева направо, это изображены рубин, аметист, изумруд и топаз. И, казалось бы, все хорошо, но здесь можно сделать справочку на закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях, по которым к драгоценным камням, собственно, будут относиться только рубин, сапфир, алмаз, изумруд, александрит, отдельные образования жемчуга и янтаря. Таким образом, у Альфонсо Мухи 2 попадания из 4. Ну, в принципе, неплохо, но давайте не будем винить этого прекрасного чеха за то, что он не знал законодательства Российской Федерации. Потому что это закон. Но есть еще некое бытовое понятие, что же является драгоценным камнем. И под бытовым понятием можно к драгоценным камням отнести, в принципе, любые ювелирные разновидности камней. В том числе как раз аметисты, топазы. Но они просто не будут стоить таких же денег, как перечислены в этом законе. Кроме того, существует масса различных классификаций драгоценных камней, где их распределяют по категориям, по различным ступеням и так далее. И в России одна из первых таких классификаций была придумана Ферсманом. Это, если не ошибаюсь, еще 1920-е годы. И, скажем так, вот, например, александрит он не относил к первой категории, ну, к самым дорогим драгоценным камням. Но зато там, например, находился камень F-класс, про который, ну, наверное, многие из нас даже и не слышали. А вот теперь мы, собственно, поговорим про разновидности берилла, которые мы будем относить к драгоценным камням. Да? Держа на подкорочке мозга, что по закону совсем драгоценным, самым драгоценным, да, будет являться только изумруд, при этом есть еще дорогие разновидности берилла, которые также часто используют в ювелирной промышленности. То есть в данном случае мы под драгоценными будем понимать ювелирные разновидности берилла. На самом деле разновидностей их очень много. Я выделил 5 самых распространенных и, если честно, самых моих любимых.
поэтому прошу сильно не винить. Это изумруд, аквамарин, гелиодор, марганит, также известен как воробьевит, и красный берилл, который иногда называют бигсбитом. Все они различаются исключительно по цвету. От чего же зависит цвет берилла? Да? Почему в одном случае он становится зеленым, как в случае изумруда, а в другом случае, например, становится красным? Здесь нужно сказать, что на окраску влияют примеси, которые входят в берилл. В данном случае примеси различных химических элементов, которые выступают, ну, по своей сути, как пищевые красители. Они входят в структуру и изменяют его цвет. Так, для изумруда вот такой красящей примесью будет являться хром. На самом деле, хром и ванадий. Для аквамарина и гелиодора этой примесью будет являться железо в разных пропорциях, двух- и трехвалентное. Для марганита и красного берилла это будет марганец. Интересно здесь также сказать, что, вот, например, хром изумруда окрашивает зеленый цвет. Это истина, с этим вроде бы никто не спорит. Но при этом хром не всегда окрашивает минералы исключительно в зеленый цвет. Это, опять же, зависит от того, куда вы добавляете этот краситель. Например, наверное, многие из вас слышали про такую разновидность, как рубин. Рубин – это красная разновидность минерала под названием корунд. Собственно, рубин красный тоже из-за хрома. Поэтому в зависимости от того, куда вы добавляете этот краситель, да, вы можете получить совершенно разные оттенки. Ну и, собственно, сейчас мы быстренько пройдемся по основным вот этим разновидностям и поподробнее остановимся на изумруде, как на самом популярном, да, из этих минералов. Гелиодор. Ну, собственно, гелиодор. Название дано от бога солнца, Гелиос. Изначально так называлось золотой берилл из Намибии, но дальше это название распространили, в принципе, на все желтые разности этого минерала. Основные его месторождения сейчас сосредоточены Намибия, Бразилия, еще Средняя Азия, например, Афганистан. Но отдельно стоит, наверное, упомянуть месторождение Волыни. На Западной Украине также существовали пегматиты, ну и существуют пегматитовые поля, которые активно разрабатывались в советское время. И очень много коллекционного сырья, коллекционных топазов, коллекционных бериллов поступает на международный рынок. До сих пор они оттуда поставляются. Но сейчас, конечно, уже основные какие-то запасы разработаны, и сырье, конечно, уже не то. Но в свое время это был просто фурор. Когда эти камни сейчас выпадают на каких-то выставках, их тут же сметают. Поэтому, если у вас вдруг есть какие-то бабушки на коллекции минералов и тому подобное, посмотрите. На самом деле, вот в таких старых коллекциях иногда можно найти прям довольно интересные позиции. Собственно, вот этот гелиодорчик как раз изображен волынский. А вот сверху на картинках, слева это образец из Афганистана, а справа из Бразилии. На самом деле я могу сейчас вкратце перечислить все вот эти названия, да, ну, стран. И вы на подкорке мозга поймете, что все вот эти драгоценные разновидности берилла, они будут оттуда же поставляться. То есть просто слева, там, не знаю, будет пегматит, из которого добывают желтый берилл, да, а справа голубой. Следующая разновидность – аквамарин. Это, кстати, одна из самых дорогих разновидностей. Собственно, названа она по своему цвету, да, аквас. Это цвет морской воды. Это голубая разновидность берилла. Она, самые известные образцы – это, опять же, Намибия, это Афганистан. Но в России тоже есть Забайкальский край, пожалуйста. Привозит в хорошее сырье. В ювелирном деле не используется, но как для пополнения коллекции активно скупается. Что интересно можно сказать про аквамарин? Вот на самом деле вот так звучит, да? Аква – цвет моря. Но иногда к аквамарину относят довольно бледные разновидности берилла. То есть вот немножко становится таким синевато-голубым, и все.
тут же вам будут говорить о том, что это аквамарин. Но вы должны понять, что камень будет стоить тем дороже, да, чем он будет более прозрачный, чем он будет более ярко насыщенного цвета. Справа в верхнем углу, например, изображена такая поделка. Это второй век нашей эры, если не ошибаюсь, произведенный на территории Греции, аквамарин. Предположу, что аквамарин туда как раз доставлялся в то время из территории Средней Азии. А потом, конечно, уже рынок расширился, и сейчас в основном поставщик аквамаринов – это, наверное, Намибия и Бразилия. Про Бразилию можно говорить практически про любые минералы, о том, что она основной поставщик. Просто Бразилия – это такая минералогическая мекка. Это самое, наверное, интересное для большинства минералогов место на Земле, вот куда все мечтают поездить, чтобы просто пополнить все свои коллекции, да, и чтобы увидеть вживую, как же это все выглядит. Следующая разновидность – это розовый берилл под названием марганит. Как вы можете видеть из представленных здесь фотографий, у минералогов довольно смутное представление о том, как выглядит розовый. Но, тем не менее, слева – это образец из Китая, посередине – это образец, собственно, опять же, Бразилия, а справа – это итальянский марганит. Итальянский, я еще соглашусь, что это розовый, но многие думают иначе. Собственно, марганит – это название, которое используют во всем мире. Во всем мире, да, кроме России. В России этот минерал известен как воробьевит. Как вы видите, здесь сказано, что в честь Воробьева, это был довольно известный геолог и минералог, его эту разновидность назвал Вернадский, тоже не последний человек в российской науке. А чем же был знаменит Воробьев? Например, он пошел в кунсткамеру и один из первых людей, который попытался классифицировать все минералы, которые там хранились. А это были просто огромные запасы. Туда на протяжении многих лет свозили камни со всей страны. И он один из первых, чуть ли не единолично, попытался их систематизировать. Только потом уже Ферсман взял их и перевез в Москву. Так что можно отдать должное этому человеку. Ну и, собственно, да, погиб он во время экспедиции по Северному Кавказу. Он, если я не ошибаюсь, взбирался на какую-то гору и провалился в трещину в леднике. Собственно, сейчас в тех районах, я сейчас не скажу, какая это республика, есть ледник, посвященный как раз Воробьеву. Красный берилл. А вот на красном берилле можно остановиться чуть поподробнее. Красный берилл также известен как минерал биксбиит. Но это название рекомендуют не использовать. Почему? Потому что дано оно в честь, собственно, такого энтузиаста в мире минералогии Мейнарда Бигсби. Но в честь него к этому моменту уже назвали еще один минерал, который называется биксбиит. И чтобы не путать биксбиит и биксбит, сказали, вот давайте, хватит тебе одного, да? А вот это что? Это красный берилл? Отлично. Нам подходит. Вот, пожалуйста, называйте это красным бериллом. Потому что биксбиит и биксбит, но они не похожи никак. Биксбиит – это черные небольшие кристаллики. Это, по своей сути, оксид марганца. Чем же еще интересный красный берилл? Долгое время считалось, что есть единственное месторождение в мире, которое, собственно, находится в штате Юта, в США. Сейчас так уже не считают, потому что нашли еще одно месторождение в соседнем штате, в Нью-Мексико, но опять же в США. Собственно, это визитная карточка Соединенных Штатов Америки. Больше красных бериллов не найдено нигде в мире. Вот как мы гордимся, да, своим, не знаю, чароитом в России, так вот американцы гордятся красным бериллом. При этом это обычно мелкий кристалл, который встречается вот такой вот белой породе. Это измененные вулканические осадки.
И они очень редко достигают каких-то крупных размеров. Крупных в данном случае это не 2 метра, это не 1,5 метра. Крупным для Биг Смита считается, не знаю, вот 3 сантиметра, это вы просто миллионер сразу становитесь. Это чтобы так вы прикидывали по ценам. Но, тем не менее, это довольно красивый, красивый камень, как по мне. Но, конечно, довольно редок. А вот, собственно, теперь мы перейдем с вами к обсуждению изумруда. Изумруд, эмералд, смарагд, как его только не называли, да, в истории мира. Интересно, кстати, то, что вот все вот эти названия, которые я перечислил, они все уходят к измененному латинскому смарагдус, которое пришло в свое время, если не ошибаюсь, вообще из Индии. Просто из-за того, через какие языки потом переходило это название, да, и в какие регионы уходило, так вот оно и мутировало. По идее, вот, то есть то, что на английском называется эмералд и вот по-русски изумруд, это однокоренные слова. Ну, если удаваться какой-то такой дальний лингвистический поиск. Так что не удивляйтесь, просто к нам они, эти слова пришли разным географическим путем. Изумруд, если не ошибаюсь, к нам пришел из тюркских языков, тоже до этого как-то мутировав. Что же можно рассказать про изумруд? Кроме того, что он зеленый, кроме того, что он зеленый из-за хрома и ванадия. Ну, это самая дорогая разновидность берилла, да, драгоценная, которая существует на Земле. Где же она встречается в мире? Когда люди слышат изумруд, то первое, что приходит им в ум, людям, которые разбираются, это, конечно, месторождение Колумбии. Из Колумбии приходит, ну, наверное, добрая половина, если не больше, всего изумруда, который поступает на рынок. Из Колумбии приходят самые дорогие кристаллы, самые дорогие образцы. Дальше будет Бразилия. Также можно назвать Мозамбик. В принципе, конечно, я упомянул и про уральский изумруд. Никто его не отменяет. Просто, ну, с колумбийским он не сравним. С другой стороны, ничто не сравним с колумбийским изумрудом, кроме колумбийского изумруда. Так что здесь не должно звучать это очень обидно. Интересно о том, что изумруд известен человечеству испокон просто веков. Одни из первых месторождений, которые разрабатывались, были сосредоточены в Египте. Поэтому, соответственно, да, как у нас начинает проходить историю с цивилизацией Египет, да, там, не знаю, Месопотамия, Древняя Греция, Древний Рим и так далее. Вот в Египте он был известен изначально. Потом стали приходить образцы еще из Индии. Какими-то там окольными путями, но тем не менее. Сейчас эти, конечно, образцы не так ценятся, но все же. Известны также месторождения в Австрии, в Норвегии, наверное, можно делить. Но это уже так, для любителей. Что же можно сказать про изумруды России? В первую очередь, это, конечно, изумрудные копии. Это ряд месторождений, сосредоточен в Свердловской области. Они протянуты, если не ошибаюсь, там, на какую-то сотню километров, просто ряд месторождений. Ну, прям вот идут уральские горы, да, и вдоль них протянуты эти месторождения. Известны они с 1831 года, тогда они примерно начали разрабатываться. И вот тут сказано, что за первые сотню лет было добыто 15 тонн драгоценных камней. Самое крупное из этих месторождений – Малышевское. Оно разрабатывалось с 1834 года. Вот так сейчас выглядит карьера. То есть изначально эти изумруды разрабатывались просто открытым способом. Их выкапывали. Но сейчас, конечно, с поверхности вы уже ничего не добудете. Поэтому они пришли на подземный способ добычи. То есть это шахты различной глубиной. Но поныне это месторождение разрабатывается не очень активно, но, насколько я понимаю, это скорее связано с тем, что там работает мало народа.
и мало специалистов. То есть у них явные, судя по сообщениям, проблемы с обогащением камня. Да? Вы же не можете просто взять, не знаю, кусок породы и вот так вытащить оттуда изумруд и положить его в карман. Нет. Прорубается шахта, да, она взрывается. Это, соответственно, порода перерабатывается. Из этой породы вам нужно добыть изумруд. Вот тут как раз возникает проблема у малышевского месторождения. Чем еще интересны уральские изумруды? А тем, что как раз на этих месторождениях также впервые был открыт минерал под названием александрит. Александрит – это драгоценная разновидность хризоберила, минерал с формулой бериллий-3-алюминий-2-О4. Собственно, вот здесь представлена дроза кочубея. Это самое крупное срастание кристаллов александрит, которое обнаружено ныне. Ну, вот здесь масштаб не указан, но это примерно вот такой вот кусочек породы. Хранится здесь недалеко, чуть дальше по дороге, в музее Ферстман. Может как-нибудь сходить посмотреть. Вот непосредственно на Малышевском месторождении александриты не добываются. Ну, точнее, добываются, но годичный оборот составляет примерно всего 2,5 миллиона рублей. Для месторождения, ну, это ни о чем. А вот теперь я хотел бы с вами немножко поговорить про колумбийские изумруды. Собственно, стали они известны, когда смелые, бравые испанцы стали, соответственно, посещать Южную Америку. Нашли они их не сразу, да, сперва они увидели отдельные камни у местных индейцев, но спустя какое-то время, собственно, смогли выйти как раз на эти месторождения и стали их разрабатывать. То есть эти месторождения известны, ну, считайте, европейцам с 16 века и разрабатываются поныне. Когда испанцы привезли изумруды в Европу, это просто повалило рынок драгоценных камней, который на тот момент состоял. Потому что эти камни высшего качества, их было больше. То есть вы сразу на рынок, да, привозите лучший товар, причем в большом количестве. Что еще можно сказать? Это месторождение, которое очень сильно отличается от всех других в мире. Там изумруды находят в такой черной породе, углистой. И так как страна, в принципе, несмотря на то, что там добываются изумруды, не очень богатая, а долгое время эта добыча, скажем так, считается, что была немножко в мафиозных кругах сосредоточена, а даже не в руках правительства, то население голодало. И вот многие фирмы позволяют в какие-то отдельные дни местным просто рыться в отвалах, то есть уже проработанных породах в поисках небольших камней. То есть это могут быть какие-то затопленные отвалы, да, это могут просто быть высыпки рядом шахт. Ну, вот существует дни, когда местных туда запускают. При этом часть найденного изумруда они должны отдать владельцам шахты, а часть забрать себе. Из-за того, что вот все это проходит через такие вот, таких очень грязных условиях, часто говорят о том, что в Колумбии черные деньги. Потому что вот эта углистая порода, она пачкает руки, и когда, соответственно, местные расплачиваются друг с другом местной валютой, валюта переходит из рук в руки, руки грязные от этой вот черной породы, соответственно, банкнот имеет такой серый оттенок. Это немножко про грустные такие факты Колумбии, а теперь про довольно красивые, на мой взгляд, образования. Изумруды тропичи. Собственно, известны они. Это, опять же, визитная карточка Колумбии. Известна визитная карточка месторождения под названием Музо. Это, по своей сути, сросток кристаллов берилла, трех кристаллов. Это так называемый тройник. Да, вот раз кристалл, два, три. Которые часто полируют и вот прям таким образом вставляют различные украшения. Собственно, тропичия – это с испанского переводится как мельница. И это название дано просто по ассоциации. Вот в правом нижнем углу представлена такая картинка, как раз мельница тропичия. Это мельница, которая используется для перемалывания сахарного тростника. Из-за того, что узор похож, так и название.
первое время это считались просто уродами в мире изумрудов. Некоторые люди считают так и сейчас, честно вам скажу, но ближе, наверное, уже где-то в середине 20 века их стали активно вставлять различные украшения, прям так использовать. Потому что, ну, что в свое время считалось уродством, да, сейчас, наоборот, считается шиком и красотой. В случае изумрудов Тропинича получилась именно такая ситуация. А вот здесь можно поговорить немножко про стоимость изумрудов. Я взял прескурант цен, который выставлен был на сайте Гохраны России, собственно, где можно посмотреть, сколько стоят те или иные драгоценные камни на данный момент. За 2020 год я сейчас не увидел обновленных данных, я смотрел вчера, но на конец 2018 года, то есть цены, которые были в прошлом году. Для справки. Соответственно, все камни, они будут разделяться по цвету и по чистоте. Самые дорогие камни – это чистые, насыщенные темно-зеленого цвета. Их стоимость, если у вас размер камня, например, достигает 4,5 карат, 4,5 карата, ну, 1 карат изумруда – это примерно, наверное, чуть больше 1 сантиметра. Вот такой камешек. 4,5, ну, немножко, да, размножьте визуально. Камень 4,5 карата мог бы обойтись вам примерно в 4000 долларов. Самого высокого качества. Самого низкого качества и довольно мелкий. Ну, то есть до 0,09 карат. При этом, то есть вот такая горсть камней, да, обошлась вам в 13 долларов. Но здесь цены, приведенные на изумруды природные, обработанные, но не облагороженные. Про облагораживание мы поговорим попозднее. То есть взяли камень, просто его огранили. Если при этом с ним провели еще какой-то ряд манипуляций, то цена упадет, ну, если его немножко, да, там, не знаю, подкрасили, примерно на четверть. Ну, то есть так прикиньте. Самая высокая цена, заплаченная за изумруд, да, это кольцо Рокфеллера. Оно изображено на данном слайде. Обошлось в чуть более 5,5 миллионов долларов. Здесь, соответственно, не приведена никакая индексация. Но понимаете, да, о каких деньгах говорят и почему, собственно, эти месторождения разрабатываются и поныне. И за них держатся. Из-за того, что это очень дорогие камни, соответственно, их стали... Ну, встал вопрос в один момент, а почему бы нам не выращивать их искусственно? Потому что у искусственных камней будут все те же свойства, ну, просто они обойдутся нам в разы дешевле. И, собственно, изумруд – это был второй камень, который человек стал производить искусственным путем. Первым был рубин. Точно из таких же соображений. Существует два основных метода выращивания искусственных изумрудов. Ну и, в принципе, любых берилов. Там в зависимости от того, какие вы красители добавите. Это гидротермальный и флюсовый. В случае гидротермального метода у вас рост идет из раствора. То есть производится в специальном таком автоклаве обогащенный раствор необходимых компонентов. Он пропускается через ряд фильтров и на какой-то затравке, на которую часто используют, например, даже природный небольшой кристаллик изумруда, у вас начинает расти нарастать, собственно, другой камень. При этом нужно понять, что по свойствам и по всему он будет точно такой же. Но он, по нашему законодательству, не будет относиться к драгоценным камням. То есть искусственно выращенные камни не относятся к драгоценным. Если вы изначально продаете или покупаете камень, который говорят о том, что он искусственный, все хорошо, никаких проблем. Но если вы продаете искусственный камень и говорите, что он природный, то это обман, и это уголовное дело. Про флюсовый метод что можно сказать? Если в гидротермальном его рост происходил из раствора, то здесь рост происходит из расплава. И никакой воды в данном методе не участвует. Собственно, именно таким методом был получен первый изумруд. Но тут возникла проблема, что еще, наверное, лет 60
получили-то изумруды, но они были очень маленькие. Не могли получить крупные кристаллы, которые имело смысл огранять. То есть на рынок такие активно стали поставляться, ну, как-то международно известен метод с 1960-х, наверное, годов. И вот тут бы я хотел еще как раз сказать про облагораживание изумрудов и других камней. Изумруды чаще всего промасливают. Что же значит промасливание изумрудов и, в принципе, зачем это делается? Изумруд, он встречается по миру, но он чаще всего трещиноватый. И вот чтобы скрыть эти трещины, чтобы их как-то скрепить, их погружают в различные природные смолы. Например, канадский бальзам. Это, если не ошибаюсь, изначально смола канадской ели или канадской пихты. Используют кедровое масло, используют, не знаю, репейное масло и так далее. То есть камень сперва погружается в какую-то вакуумную установку, где из вот этих всех трещин, да, высасывается воздух, а потом погружается в какую-либо смолу, ну, не необходимую. Там уже смотрят технологи. Это все подогревается, причем температура это до сотни градусов в среднем. И эта смола начинает затекать в трещины, тем самым цементируя камень. И в том числе так они подобраны, что визуально трещины становятся не видны. Собственно, вот в правом верхнем углу представлен камень до вот такого промасывания, а снизу после. Это всегда делается уже в обработанном виде камня, но при этом, если у вас сырье какое-то изумрудное, не стоит думать, что оно не промаслено. Это вообще не показатель. Интересно то, что так как эта смола природная, то со временем она может разрушаться. Поэтому если кто-то очень как-то кустарно или не следил за процессом, то со временем она начинает разрушаться, и камень может раскрошиться. Поэтому если у вас вдруг есть какие-то, не знаю, старые изумруды, непонятно от кого-то доставшиеся, да, и они вот со временем начинают выцветать, о чем это может говорить? О том, что эти изумруды были промаслены, причем, скорее всего, с добавлением какой-то краски, и эта смола просто начала разрушаться. И поэтому, на всякий случай, ни в коем разе не протирайте изумруды различными спиртами. Я слышал о случаях от моих коллег, когда протерли камень, смола растворилась, и камень разрушился. Скажем так, за обломки вам никто ту же цену, что и за цельный кусок, не заплатит. Ну, собственно, на этом, пожалуй, и все. Спасибо вам большое за внимание.